Добрый день! Я являюсь жительницей Хангаласского улуса, мне 46 лет. 5 апреля я решила приобрести авиабилет по маршруту Якутск-Владивосток на сайте Туту.ру. Начала по программе вводить свои персональные данные, данные банковской карты. Авиабилет стоил 10 895 рублей. Меня привлекла, конечно, цена. И когда я начала вводить данные банковской карты, произошла транзакция, и деньги списались. Но электронный билет я так и из сайта этого я не получила. Поэтому я обратилась с письменным заявлением в полицию о существовании мошенников. Ну, я знала, конечно, что мошенники существуют от СМИ, от радио, телевидения, газеты. Ну вот, попалась по своей неосторожности к мошенникам. Поэтому призываю всех граждан быть бдительными, осторожными и беречь свои денежные средства, имущество. Отнестись к этому очень со всей серьезностью.